Закончилось место. Ну, продолжим. Попробую разместить их всех в одном. Пока откроешь. Так запаковали прям не очень хорошо. Следующие 5 штучек. Ну и еще одну посерединке здесь. Чуть-чуть сверху присыпем. Пишут в основном на 0,5 сантиметра, на 1 сантиметр. Я засыпаю чуть меньше. Этого достаточно для того, чтобы семена проросли. Также пробрызгиваем и закрываем контейнер крышечкой. Не забываем проветривать. Следующая партия у нас готова. Так, следующая партия у меня другой производитель. Вот все 3 контейнера у меня разные производители. Пеларгония зональная, Night Salmon. Здесь оранжевый и персиковый. Также по 5 штучек. Инвента семена идут не в бумажных пакетиках, а вот в таких вот капсулках. Такие вот капсулы. В капсулах 5 штучек семян. Мне такой вид упаковки семян нравится намного больше. И удобнее, и семена в более безопасности. Такие вот пробирочки. Также 5 штучек. Попробую все 3. Все 2 ампулки разместить в 1 контейнер. Ну, как раз аккуратно получится 5 ампулок. Ой, 5 семечек. Уже вечер, спать охота. Я могу видео записывать, когда все ложатся спать. Потому что постоянно бегают все, шумят. Да и днем особо времени нету. И работа, и хозяйство только вот вечерами. Четыре, пять. 10 семян все поместились. Также сейчас их пробрызгаем. Пока семена не взойдут, по мере того, как они будут прорастать, смотреть за влажностью почвы. Когда надо, также можно опрыскиванием их поливать. Сильно заливать не надо. О, забыла. Так вот. И сверху. Этого достаточно. У меня еще остались семена радохитон, лиана, китайские фонарики. В следующем видео увидите, как сеять семена радохитоном.